это осуждаю и буду осуждать, потому что я это осуждаю. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. А, это Мамонт, Базар Экскалибур. Все, что касается продвижения Мамонта, это вещи серьезные, брат. Да, да, да. Это Мамонт Solutions, Мамонт Apps. Кстати, давно Мамонта не было, блин. Надо почаще запускать перед Новым годом. Все-таки, как говорится, скидки на Мамонт новогодние сделать. А? Ты долго смотришь в пустоту, пустота начинает смотреть на тебя. Подумал Геннадий, когда не обнаружил зеленых хрустящих бумажек в своем кошельке. Как же так? Ведь буквально недавно он наслаждался жизнью, попивая сок у себя на кухне, заказывая новые сапоги своей жене на ее любимом сайте и совсем не переживая о своем будущем. Но всему хорошему, рано или поздно, приходит конец. Что же делать? Куда податься? Не переживай, Гена, ведь тебе нужно всего лишь стать умным партнером АО «Мамонт Solutions». Здравствуйте, я вице-президент компании АО «Мамонт Solutions». И я приглашаю тебя стать партнером нашей амбициозной и молодой компании. Наше акционерное общество поможет тебе больше не смотреть с ужасом на цены в магазине, оседлать свою мечту и радовать своих близких. Буквально 3 шага отделяют тебя от прекрасной и беззаботной жизни. Шаг номер 1. Переходи по данной ссылке, используя свой веб-браузер. Шаг номер 2. Укажи свое имя и сумму, которую хочешь инвестировать. Шаг номер 3. Используй метод оплаты, который тебе наиболее удобен. Так чего же ты ждешь? Стань умным партнером АО «Мамонт Solutions» уже сегодня. Косово, Сербия, а Крым – это Россия. Прослушай снова аудио и сам это услышишь. Мы сербов защищали, начиная с 1700 года. Брат какой-то. Это брат, видео, брат. Это брат, дядя, дядь, это брат. Полно, брат, концептуальность отсутствует в данном видео. Похож на развод какой-то. Ты хочешь обмануть ребят настоящих работяг, то есть ты хочешь кинуть их на гроши, то есть на баблах. То есть ты хочешь пацана развести, то есть кинуть лоха. Не, братан, так дело не пойдет. Здесь люди серьезные, они такого не простят. Ты давай будь человеком, не надо обманывать. Значит, надо запускать Мамонт. Настоящий Мамонт только у меня здесь. Да, потому что я здесь Мамонт. Да-да-да! Это Брэд Мьюзик, бэби? Спасибо, спасибо. Блин, вот это да, братан, сильно реально навафлил, блин.
Реально классно намафлил трэчик, братан. Не комат. Сильно, реально, массивный. Реально, мне понравилось. Вайкоса однозначно, сердце, пальцы вверх, басики. Молодец, пацан, я лайк поставил, твой рот к веселу представил. Сильно делаешь, пацан, ты молодец, реально талантливый. Гей. Гений, в смысле. Классно, братан. Песня шикарная. Я когда был помоложе, я под эту песню дрочил еще, помню. Потом трахался. Боже, я под эту песню даже срал в туалете. Это реально легендарно. Спасибо, спасибо, спасибо. Как раньше, будем трахаться. Боже мой, как же сильно. Боже мой. Да, блин, такая, ну, добрая очень мелодия.